Это знаки, знаки. Припарковался. Оп. И опять он. Опять он. Rolls-Royce. Может, это уже знаки, что пора все-таки эту тачку замутить. Хотя не, Ranger мне больше по душе. Хорош, хорош. Дышишь, бьешь, дыши. Пять секунд. Время. Блеск. Ребята, привет. Много сообщений пришло, что от моего имени в Телеграм кто-то пишет. Ну, я никому не пишу никогда. Я даже отвечаю плохо на сообщения, то, что пишу. Поэтому не ведитесь, никому я не напишу и ни о чем не попрошу. Ни о каких чуваков из ФСБ и прочего, это все полный бред. Посылайте их, знаете, на какие три буквы, весело причем. Вот, ну, в общем, делайте, что хотите с ними. Я никому ничего не пишу, и мне ничего не надо. Все у меня зашибись. Спасибо. Ребята, привет, как дела? Мы во Fresh X Racing. Обратите внимание, работа вовсю кипит. Это новая 400-ка, беспробежная, уже разобранная. Это идеальнейшая 370-я, уже разобранная. Обратите внимание, на 370-й стоит дверь от 400-й. На 400-й дверь от 370-й. Об этом я запишу сегодня рилс и выложу его ближе к вечеру. Почитайте, расскажете и поговорим. А это корвет, который был в Омане, который сейчас пока отдыхает. До него еще не дошли руки. Но уже в это воскресенье на канале Fresh Racing выйдет фильм про первый этап Омана. Очень интересный фильм. Мы поднимали там глубокие вопросы. Классно общались с Дамиром, обсуждали многие наши тематики. Поэтому в это воскресенье, прям с самого утра, фильм будет залит на канал. Ждите, это будет реально прикольно. Ну, а здесь у нас кипит работа полным ходом по постройке новых гоночных машин.